Кратко о безопасности. С наступлением пожароопасного периода анапские пожарные усилили профилактическую работу среди населения. Особое внимание специалисты уделяют детским санаториям. Руководитель Центра противопожарной пропаганды Людмила Бурнайкина подробно рассказала, чего стоит опасаться и к чему надо быть готовыми. Вся надежда на педагогический состав. Их задача – ни на секунду не оставлять детей без присмотра. Программа их пребывания в ваших здравницах должна быть разработана с утра и до отбоя. Значит, есть такие случаи. Дети спрятались в машине, другой мальчик, который их искал, взял, поджег бензобак. Казалось бы, это вообще вопиющий такой случай, нигде не был зарегистрирован, но у нас в Краснодарском крае такой случай есть. Особое внимание на использование детьми электроприборов, чайников, кипятильников и вентиляторов. Именно они очень часто становились причинами крупных пожаров. Целую галерею виновников пожаров продемонстрировали руководителям детских лагерей. Провели технику безопасности, инструктаж по использованию огнетушителей и акцентировали внимание на обязательное проведение учений по эвакуации детей из помещений.